Как функционируют почки? Почему возникает почечная недостаточность? Какие признаки почечной недостаточности? Какие народные средства могут помочь при почечной недостаточности? Почки являются парным органом, который выводит из организма продукты обмена веществ и токсины. Как функционируют почки? В почках происходит фильтрация крови, в результате которой происходит образование мочи, а очищенная кровь возвращается в кровоток. Почки являются органом, выполняющим следующие функции. Удаление токсических продуктов жизнедеятельности, что приводит к очищению крови от ненужных веществ. Образование ренина, гормона, отвечающего за артериальное давление. Осуществление регуляции ионного обмена в крови. Синтез эритропоэтина, стимулирующего образование эритроцитов. При нарушении функции почек происходит нарушение не только выделения токсинов и задержка жидкости, но и развивается анемия и повышается артериальное давление. Почему возникает почечная недостаточность? Почечная недостаточность, то есть нарушение работы почек, которое приводит к сбою в работе всего организма, может развиваться по разным причинам. Все причины этого состояния делятся на те, что обусловлены заболеванием всего организма или какого-либо органа. Сепсис – сердечная недостаточность. На их долю приходится примерно 55% всех случаев почечной недостаточности. Следующие возникают из-за поражения непосредственно почек, гломерулонефрит, нефропатия при сахарном диабете. Таких около 40%. И последняя причина, встречающаяся всего в 5% случаев, это нарушение оттока из почек, и поэтому разрушение паренхимы и прогрессирование почечной недостаточности. Почечная недостаточность может быть острой, если она развивается на фоне какого-либо тяжелого заболевания. Например, при геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Заболевание вирусной этиологии, протекающее с лихорадкой, кровотечением и почечной недостаточностью. Другая форма почечной недостаточности – хроническая, которая начинается постепенно и прогрессирует довольно медленно, на фоне сахарного диабета или псориаза. Какие признаки почечной недостаточности? Развитие острого состояния на фоне инфекции оповестит задержка отделения мочи. Прогрессирующие отеки, появление специфического запаха от больных. Больные, находящиеся в тяжелом состоянии, как правило, наблюдаются в стационаре и находятся под постоянным наблюдением врачей. Нас больше всего интересует медленно прогрессирующая почечная недостаточность, которая может развиваться постепенно и приводить к тяжелым нарушениям функции почек. Что надо знать? Надо знать те заболевания, имеющиеся в организме, и которые могут сформировать поражение почек, осложненное почечной недостаточностью. Таких болезней довольно много, и при наличии хронической патологии следует поинтересоваться у врачей, возможно ли поражение при этом почек. Если действительно такие изменения возможны, то следует обращать внимание на такие симптомы, а они и будут первыми признаками почечной недостаточности. Уменьшение количества выделения мочи, особенно если употребления жидкости достаточно и потерь со стулом и потом нет. Нарастание цифр артериального давления вследствие увеличения объема крови. Плохое самочувствие, слабость, нарушение сна и аппетита из-за повышенной концентрации токсинов в крови. Появление ничем не обозначенных болей в животе, отдающих в поясницу. Возможно развитие отеков, особенно на лице после сна. Эпизоды сердцебиения и одышки. Мышечное подергивание, появление ночных болей в мышцах ног. Головные боли, подташнивание. Если какие-то из перечисленных симптомов появляются, да еще есть тенденция к задержке выделения мочи, то следует провести обследование. В первую очередь сдать общий анализ крови и общий анализ мочи, определить в крови мочевину, креатинин и калий. Если пока симптомов нет, но ваше заболевание может привести к поражению почек, как, например, сахарный диабет, то с профилактической целью возможно применение средств народной медицины, способствующих поддержанию функции почек. Какие народные средства могут помочь при начинающейся почечной недостаточности? При подозрении на возможную почечную недостаточность следует соблюдать диету с ограничением белка, чтобы не было высокой концентрации веществ, образующихся при его метаболизме и выводимого почками. Кроме диеты, надо придерживаться питьевого режима, измерять количество выделяемой мочи и выпитой жидкости,
Разница не должна превышать 500 мл в пользу выпитого. Из лекарственных растений применяется отвар семян льна, настой петрушки, отвар коры дуба с березовыми почками. Помогут стабилизировать работу почек разгрузочные яблочные дни, использование морской капусты и чай из мяты или шиповника. Все эти средства помогут поддержать почки, если еще не проявилось нарушение в работе органа и показатели биохимии крови в пределах нормы. В случаях присутствия уже нарушений и имеющихся первых симптомов болезни, необходимо согласовывать инородные рецепты с лечащим врачом. Берегите себя и не болейте. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!